мяча. На эту награду претендуют три игрока. Португалец Криштиану Роналду, аргентинец Лионель Месси и вратарь чемпионов мира немец Мануэль Нойер. Месси – самый титулованный среди этой компании. Он получал главный футбольный приз планеты 4 раза подряд. В этом сезоне аргентинец вывел свою сборную в финал мирового первенства, что и стало его главным достижением. Роналду держал в руках позолоченный футбольный снаряд дважды в 2008 и 2013. На прошлогодней церемонии радость победы с португальцем разделила его возлюбленная Ирина Шейк. Она будет присутствовать в Цюрихе и в этот раз. Что касается Нойера, то он может стать всего 2-м вратарем в истории футбола, который удостоится престижнейшей премии. Первым был наш Лев Яшин. Продолжаем о футболе. Перед центральным матчем из